Вы смотрите новости. Поиски увенчались успехом. Жительница города обратилась в 102 с просьбой найти ее пропавшую при неизвестных обстоятельствах трехлетнюю дочь. Самостоятельные поиски не дали никакого результата. Полицейские обыскали все улицы, прочесали всю местность. В результате оперативно-поисковых мероприятий малышка была найдена живой и невредимой. Родители благодарны всем, кто был задействован в поиске за профессионализм и оперативность. Мою трехлетнюю дочь полицейские нашли быстро. Она вышла из дома в 17:00. В 6 вечера я обратилась за помощью в полицию. Через полчаса мне ее передали живой и невредимой. Огромная благодарность Алана Нуружаусын.